Начнем с последней информации из Сирии. Российская авиация за сутки уничтожила почти 50 объектов военной инфраструктуры ИГИЛ, сообщили в Минобороны. Это склады с боеприпасами, в основном в пригородах Дамаска, заводы по производству бомб, а также артиллерийские позиции и базы военной техники. Удар в провинции Хомс наши пилоты нанесли как раз в тот момент, когда террористам подвозили очередную партию минопатронов. В результате боеприпасы сдетонировали, склад уничтожен полностью. Кроме того, из строя выведено несколько танков и боевых машин пехоты. В качестве особого успеха в Москве отмечают ликвидацию полевых лагерей, где обучали экстремистов. Бомбардировщик МСУ-24М нанесен удар по отдельному зданию, в котором располагалась база подготовки террористов. По данным разведки, в нем иностранные инструкторы готовили боевиков ИГИЛ к ведению диверсионной войны в освобожденных сирийской армией районах, а также террористов-смертников. Помимо преподавания минно-взрывного дела, террористов обучали легализации среди мирного населения и беженцев. Как отметил представитель Минобороны, все самолеты после выполнения боевых задач вернулись на базовый аэродром. Большую помощь при наведении ударов оказывают жители захваченных ИГИЛ районов. Они сообщают разведке о действиях и перемещениях террористов. Обстановку продолжают мониторить российские беспилотники.